Экотехнопарк Skyway продолжает принимать гостей. Как вы можете заметить, здесь становится все больше и больше людей, которые приехали вживую посмотреть на струнный транспорт. Давайте подойдем к ним поближе и познакомимся, а также узнаем, откуда они приехали. Как настроение ваше? Отличное. Расскажите, откуда вы приехали? Мы живем в Белоруссии, в Минске. Так, вы в первый раз здесь? Да, первый раз. И как ваши впечатления? Отличное, все очень круто. Нравится, хорошо. Везде разные языки, узнаешь мир. Со всеми сфоткался. Что ждете от мероприятия? Хорошее впечатление, знания. Кучу эмоций. Да. Хотелось бы испробовать транспорт будущего. Планируете прокатиться? Конечно. Вы знаете, что сегодня могут все прокатиться, абсолютно все желающие? Конечно, да. Знаем, да. А из всех транспортных средств что вам больше понравилось? Ну, пока что еще ходим, узнаем. Да. Ну, пока все нравится. Бонджорно. Здравствуйте. Расскажите, откуда вы к нам приехали? Мы приехали из Италии, сами украинцы, привезли вам итальянцев сюда. Как добрались? Да, ты откуда? Я из Украины приехала. Отлично. Как настроение ваше, расскажите? Настроение в ожидании увидеть, что нового. Четвертый раз приезжаем сюда. Хотим увидеть что-то новенькое. Отлично. А что именно ждете? Чего больше всего ждете? Я хочу в экодом попасть. Я впервые. Мне интересно все. Отлично. Планируется прокатиться на транспорте? Да, да, идем очередь занимать. Расскажете нам потом о своих впечатлениях? Да, конечно. После поездки. Global Star Club. Возможности безграничны.